Акцию «Своих не бросаем» провела Росгвардия в приграничных регионах ЦФО. Представители Центрального округа Росгвардии и благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий специальных операций «Доблесть» посетили подразделения в Курской и Белгородской областях. Бойцам доставили более 10 тонн гуманитарного груза. Центральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации совместно с благотворительным фондом помощи ветеранам боевых действий и специальных военных операций «Доблесть» проводится акция «Своих не бросаем». Поддержку личного состава группировки войск Центрального округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, выполняющие служебные боевые задачи в приграничных регионах. Кроме того, росгвардейцам передали рисунки, письма и открытки с посланиями от детей из школ-интернатов, детских домов, учащихся и студентов. Командирам подразделения вручили копию Знамени Победы, а наиболее отличившимся военнослужащим – общественные награды. Специально собранная концертная бригада из росгвардейцев Москвы, Московской, Костромской, Тверской и Тульской областей выступила под открытым небом. За несколько дней участники гуманитарного конвоя проехали более 2000 километров, провели 10 концертов.